И это только середина, не сначала начал снять съемку. Сколько зерна, это просто в шоке, сколько уходит зерна с Молдавии. Это мне напоминает 41-й год, когда Гитлер вывозил зерно с России, с СССР в то время. Как вывез зерно и потом напал. Так и мы вывозим зерно в Европу, чтобы они нас потом забрали за голую жопу. Холодными и голодными у нас просто не будет сил потом сидеть и воевать. Отстаивать свои интересы.